Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Подруга, знакомый 2 года. Взяла для меня небольшой кредит, когда была в трудной ситуации. Я его выплачиваю, все платежи вношу вовремя. Недавно мы повздорили из-за пустяка, неделю не общались. Вскоре она мне написала, что у нее денежные проблемы, и я должна вернуть ей весь долг преждевременно. На что я ответила, что не могу найти такую сумму. После этого она меня оскорбила, как только можно, что я неблагодарная, не помогаю ей, не ищу деньги. И вообще мне должно быть стыдно, я должна просить прощения. Я не понимаю, в чем моя вина, ведь я плачу кредит ей и никогда не задерживала платежи. Может, я действительно плохая подруга, но мне реально негде взять всю сумму сразу и отдать. В первую очередь нужно сказать, что здесь вы столкнулись с такой ситуацией, когда человек ищет способ перенаправить свою энергию, то есть вы повздорили, подруга обиделась и на негативе, на волне негатива к вам начинают всплывать, скажем так. Ну вот. Такие вещи. Которые, вероятно, никогда бы не всплыли, если бы вы не поссорились. Мало негатива дает человеку какую-то такую возможность, что ли, выразить то, что он бы никогда не позволил себе без этого конфликта. Вот. Это первое. Тут более важно, из-за чего вы поссорились. Это более важно. На мой взгляд. Потому что причина для ссоры может быть системной, может быть ситуативный и, может быть, глубинный. В любом случае, и ссора, и ваше чувство вины, и то, что вы оказались в ситуации, когда нужно платить, нужно платить кредит, свидетельствует о том, что у вас есть проблемы с личными границами. Вот, дело в том, что чувство вины как раз и возникает в ответ на нарушение личных границ и является ничем иным, как, подавленной, скажем так, злостью, раздражением, болью. Вот, то есть вы себе
запрещаете. Вы себе запрещаете, ну, выражать. Злость, да, вы себе запрещаете, ну, условно говоря, себя защищать. А вот по различным причинам, то есть не столь важно сейчас. Почему вы этого делаете, не делаете, не так это важно. Вот. Как важно именно то, что вот получается, что в такой реальности вы существуете. Ну, на данный момент. И, соответственно, ваша задача заключается в том, чтобы с личными границами работать, вот, чтобы пожалуй, не брать на себя ответственность за то, что делают другие люди, но брать на себя ответственность за то, что касается вас. А это все, в частности, денежно-финансовая политика ваша. Вот. Понимаете, да? Вот так. Что касается сомнений относительно того, что как-то вот, ну, вы не уверены в себе, да, и не уверены в том, что хорошая вы подруга, например, то, конечно же, это история про неуверенность в себе. Возможно. А возможно, это история про страх. Ну, например, страх одиночества. Допустим, вы боитесь одиночества. Вот. И не уверены в себе. Ну, опять же, все это корректируется. Вот. А я не вижу в этом ничего нерешаемого. А если вы спрашиваете нас, относительно того, правда ли вы
хорошего. Подруга, то я думаю, что на этот вопрос психолог вам ответить не может, потому что мы не даем оценку. А вот. Мы не даем оценку, но можем помочь вам определиться. Вы такая подруга, какой хотите быть или нет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи!